Ну а вот это, ребята, первое видео ТикТака по стендофу. Он гифтбокс еще откроет. Ребята, я хочу посмотреть, как он открыл гифтбокс. Да, это я! Это я, чекайте! Вы посмотрите, у меня на фоне был телевизор. Мне кажется, он боксы открывает. Это полный кринж. Юрокс, оказывается, рыжий. Ах ты, рыжий конопатый. Йоу, what's up, мэнчик? Я ТПК на проводе. И прямо сегодня я посмотрю самое первое видео популярных ютуберов по стендофу. Посмотрим, какие же были ютуберы по стендофу 5, а то и 6 лет назад. Поэтому, ребятки, прожмите за это лайк. А мы стартуем. Господа, а чего вы скажете по поводу этого G-команда? Какая же это сосочка! И чтобы получить этот G-команда совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши мой хороший комментарий, плюс твой иди. И чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца, без единой перемотки. Ну что же, а мы приступаем к самому видео. И первый ютубер, чьи видео мы посмотрим, это будет вонючая шляпка гриба по имени ТикТак! Или Экей Вонючий Голубь. Ну что же, ребята, первое видео ТикТак снял к себе на канал более 7 лет назад. Чё за трешняк? Давайте посмотрим мое самое первое видео в мире, в истории человечества. Давайте смотрите это видео по Блокстрайку. На игру Блокстрайк. И в данном обзоре я вам покажу два секретика на карте Battle. Обалдеть! Чтоб понимали, я тоже играл в Блокстрайк, я все помню! Ух, как громко! Первое место. Ух, так, ну показывай, братик! Блин, ТикТак еле разговаривает! Вот это потайной ход. Вы просто можете представить, что буквально через 7 лет, то, что он будет орать на весь стрим, то, что его будут взламывать постоянно на стримчиках, то, что будет какой-то папа гриб, то, что будет какая-то регистраторша, и это все начиналось именно с этого видео! Да это легенда! Вы его не видите, потому что он секретный. Опа, ТикТак показывает секретную нычку Блокстрайк, как интересно! Зажимая кнопку назад. Как же он скучно все рассказывает. А прямо сейчас я нашел первое видео ТикТак и с вебкой. И он в этом видео открыл 10 кисточков. Обалдеть! А, какой он молодой! И конечно же вы... Ничего себе! У ТикТака уже 6 лет назад начали покупать рекламу. 7 кисточков это очень много, и мы можем еще что-то выбить. Поэтому молоточек, ребята. Молоток выбил. Молоточек это топчик. Опа. Ну а вот это, ребята, первое видео ТикТака по стендофу. И знаете, что самое интересное? Что у него уже на тот момент был очень хороший и качественный монтаж. И при том монтировал ТикТак тогда сам. Да не было монтажеров. Тогда у ТикТака не было еще кучи денег. Он только начал снимать стендоф. Вы посмотрите, ТикТак открывает Origin кейсик, Furious кейсик, Rival кейсик. Сейчас это все удаленная история. ТикТак, интересно, будет нож или нет, как думаете? Кстати, ставь лайк, если ты себе тоже хочешь вот такой вот крутой. Серьезно? Это раньше были такие байты на лайки? А мы сегодня откроем с вами очень-очень много кейсов и попробуем выбить какой-нибудь крутой. Очень-очень много, 9 штук я смотрю. Даже 10, 10 даже не купил, чел, ты чё? Просто посмотрите, какие крутые ножи в этой игре, ребятки. Я, честно говоря, подсел на эту игру, и если вам понравится... Я тоже подсел, блядь, я подсел! Уже 5 лет снимаю эту игру! Давайте не будем медлить. Давайте. Откроем сегодня все существующие вообще боксы и кейсы и посмотрим, что, собственно, можно выбить. Стоп, он гифтбокс еще откроет! Ребята, я хочу посмотреть, как он открыл гифтбокс. Открываем последний гифтбокс, смотрим, что из него нам выпадает. Чего? Конечно, он даже не байтит! Бокс ненужный, смотрите, просто чекайте. Я в шоке! Да, нам выпадает Furious Box, и из Furious Box нам выпадает... Тоже какой-нибудь шлак. Вспомните ТикТак, если сейчас, он бы сейчас бы 3 часа байтил, говорил. Так, ребята, приходим в Телеграм, у меня там. Продолжение открыть гифтбокса раньше, посмотрите, был нормальный человек. Даже на лечение ему скидывать никуда не надо было. Это сейчас, вот эта глубинная смесь, вонючий помет, какашка мамонта. Эх, а раньше я был нормальным штрихом. И, ребят, самое интересное, то, что это видео набрало 1 миллион просмотров почти. Обалдеть! Ну и это не самое главное. Самое главное, что ТикТак тут вообще не выбил ни единого ножа. Прикиньте, угар. Ноль ножей. Бедный ТикТак. Слушайте, ребят, а давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим мое самое первое видео по стендофу. Да, это я! Это я, чекайте! Вы посмотрите, у меня на заднем фоне был телевизор. Я в шоке, это я, братва! Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе. Здорово, брат! У нас будет мега крутая и мега эпичная дуэль против около разработчика.
Блин, это вообще полная ржака. Раньше, прикиньте, было такое понятие, как... Околоразработчик. Знаете, кто это такой? Это тип, который как-то там, знает, там, не знаю, троюродную бабушку. Кого-то с разработчиков, это назывался околоразработчик. Вы часто меня спрашиваете, это пока, где же взять такую крутую инвентарьку у тебя? Как взять так много ножичков? Ответ крайне прост. Это булдропщик. Именно булдропщик, если можете поднять топовый дроп, кучу ножей и такой инвентарь, как у меня, вообще не изначально. Хотя, более у меня есть булпасик, при помощи которого вы можете подняться и получить еще больше халявных призов. Также, лично мы с булдропщиком дарим вам небольшой подарочек по закрепленному комментарию. То есть ты вводишь промик на халявную голдишку. Все, братишка, не теряй время, а мы идем дальше. И меня прямо сейчас будет дуэль против околоразраба. Или разработчик, я так и толком не понял. Все, ребят, поехали. Парень, короче, по-русски говорит крайне плохо, поэтому, ребят, мы все... Туран! Это какой-то тип, я помню, с Турции или с Бразилии, он вообще по-русски не говорил. Но я помню, у него был Кирголд, я был время в шоке. С ним переписывались по-английски. Также хочу сказать то, что это не клик. Бейт, ребят, ни в коем случае это не кликбейт, потому что этот парень действительно оттуда, сверху, ну вы поняли, да? И пожалуйста, поставьте мне огромный лайк и подпишитесь на мой канал, потому что это очень важно для меня. Поняли? Еще поставьте колокольчик и напишите любой хороший комментарий. Да. Чё? А чё у меня раньше было видно вот это управление на экране? Братва, как вы раньше меня смотрели? Я вообще это не выкупаю! Как вы думаете, кто же круче, Кента ПК? Это я! Или какой-то парень с медалью ветерана? Ой-ой-ой, ой-ой! Капец, это вообще какая версия? Это, походу, версия там 0.9.0. Посмотрите, какое все старое. Это, кажись, будет жестко. Окей, я ему пишу let's go, и мы, ребята, будем потихонечку начинать. Как я раньше играл? Да, давайте вот, посмотрим. Берем бомбу. У меня даже ножа не было. И вот это я бомж. У меня ножа не было, прикинь. Йо, он тут. Ха. Ну, Вашу Машу. Да! Фух, 1-0. Вот это я бот! И, ребята, счет 7-3. Ну, как-то... Сколько? Как-то счет не очень, да? Кузи 7-3! Чел, ты бот! Хана, вот это я нубом был. Или я остался? Ох ты, блин. Без комментариев, ребят. Обалдеть! Очень хорошо вообще. Слушай, это софтер, не? Подожди, это реально был разраб или нет, Туран? Я еще не помню. Я помню, был какой-то тип. Он базарил по-английски. Но как-то он максимально странно играет. Обалдеть. Я даже тогда всем проигрывал. Слушай, ну давайте посмотрим еще какое-то прикольное видео. Ребята, пристегнитесь, сейчас будет очень смешно. Моя женщина. Рот мневной. А знаете, откуда я выучил эту фразу «рот мневной»? Я играл раньше в Urmix. И там, когда, грубо говоря, мочишь кого-то с червячков, и у него такая фраза. Рот мне в ноги! Внимание, обнаружена халява. Блин! Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный... А прикиньте, раньше можно было раздать 200 голдишки, и все подписчики были довольны. Сейчас минимум нож. А то никто даже не будет участвовать в конкурсе на лайки. Керамбитик. Вот это монтаж у меня, да? Ну, блин, ну хотя бы Forest Spirit. Ну, хотя бы статрек. Нет. Чтобы понимали, я когда снимал видео на этой квартире, ко мне сенсей, я помню, приходил и говорит: «Ты ёбаный момент, чел! Откуда ты взялся на мою голову?» Потому что у меня прям сосед находился за стенкой. И когда я съезжал, мне сосед такой: «Фух, я сальто назад сделал, это раз!» После того, что ты съехал с этой квартиры. Не подведи. Статрек. Блин. Как я раньше был спокойным. По крайней мере, один статрек мне выпал, это тоже хорошо. У меня уже был Кирголд! Мать моя женщина! Прикиньте, у меня уже 4 года назад был Кирголд. Вот это я успешный успех. Слушайте, ребята, прожмите лайк, если хотели бы, чтобы я сравнил свой инвентарь, какой был у меня 5 лет назад и какой у меня сейчас. Прожмите много лайков и хэштег госравнение. Чего? У меня было КРТХ. А КРТХ. Дальше у меня был Кирголд. P350 Forest Spirit. Вот это да. А сейчас покажу первое видео с Санеткой. Это моя девушка. Мы, кстати, до сих пор вместе, братва. Если ты выбьешь керамбит, то я тебя не выгоню с моих видео. Нормально завозил. Ладно, я согласна. А ну-ка. Так, опа, был керамбит скретч, и на выпадает. Ну, Анетка, ну не могла чуть левее, ну ё-моё, ох, Анетка, ну что это такое? Ля, так не привычно смотреть, Анетка такая маленькая, что это за маленькая девочка, блин, аж не верится, прошло уже 5 лет. Вот сама играй с такими скинами, ребят. Ну, как мы видим, Анетке не повезло, но, ребята, прямо... Мне нравится мой монтаж, чисто не фартануло, хэштег не фартануло.
Ля, вот это место. Погоди секунду, КНТПК покажет, что мы, мужики, способны. Женщина. Блин. Почти. То же самое, что и тебе выпало. Ну а теперь давайте перейдем к следующему ютуберу. Ну а прямо сейчас, ребятки, я зашел на канал Абобина. Абобиди, брат, лягушоночек. Мы еще посмотрим твое первое видео. Ого, первое видео называется «Можно мне в Нави». Прикиньте, я даже не знал, что оказывается Абобин начинал свою карьеру из КС-ки. То есть он не стендофер истинный, как, например, я или Тик-Так. Хотя я тоже начал с Блокстрайка, да? Блин, я просто в шоках, прикиньте. Он начинал свою карьеру ютубера именно с КС-ки. Обалдеть. Слушай, ну давайте посмотрим самое первое видео по стендофу. Мне очень интересно посмотреть. О, вот, смотрите. Кента ПК держался до последнего. Дрейк колотите, мне жопа. Мне жопа. Как он в воздухе попал? Да как ты через... Прикиньте, братва, это я! Это Абобин троллил меня, я в шоке! Как же это было давно, вот Абобин жесткий. Посмотрите, жесткий блюр, там где понятно, что счет 4-5. Я в шоке, слушай, прикольно, прикольно, мне нравится. 14.88. Не, пощеный, ну. А, подождите! То есть в его видео даже не было его, потому что я смотрю только моя вебка везде, или еще? Это называется «Привет, кентуха, как дела?» Слушай, ничего себе, я раньше нормально играл. Да, да, тактика сработала, ребята, это эффект неожиданности. Да. А чё со звуком? Чё по звуку? КНТПК проиграл 8-4, но я пытался, пацаны, реально пытался, но, увы, ирах кентухи нет. Слушай, я хоть кого-то в дуэли выиграю, я что раньше всем проиграл, что сейчас? Ладно, давайте посмотрим первое видео Абобина с вебкой. Абобин, когда же ты включишь вебку? Многие задают один и тот же вопрос. Абобин, когда же ты включишь вебку и снимешь маску лягушки? Так вот, у меня есть ответ на этот вопрос. Обалдеть! Я в шоке! Смотрите, у Абобина вообще ничего не поменялось. За сколько? За 4 года или за 3? У него та же самая вебка даже. Тот же самый задний фон. Та же самая маска. Тот же самый микрофон. Ну, кресло поменялось. Кажись, поменялось кресло. Ля, просто музыка с АП, поэтому я буду без музыки. Вы посмотрите на эти эффекты. Вы посмотрите на этот монтаж, на эти эффекты. Слушайте, Абобин монтировал очень прикольно. Вообще красавчик. Я про шоке, вы посмотрите, да? Ля, брат, вообще машина. Слушайте, что раньше Абобина был крутой монтаж, что сейчас. Вот за это, конечно, Абобину респект. Выигрывать надо, да? Желательно. Это грех. Вот тут есть Сайлис! Тут есть Сайлис! Пацаны, все, берите пистолетики, идем уничтожать. Монтажики. Пистолетики? Ой, обалдеть. Ты уничтожишь. Давайте посмотрим, что у нас за команда. Жулик, Некс, Хаслик и Сайлис! Ля, и в итоге из этих типов сейчас жив только Сайлис. И все, остальные вроде не снимают YouTube. Блин, какая же это ностальгия. Ладно, ребятки, погнали смотреть следующего ютубера. Ну а прямо сейчас, ребятки, я пришел на канал Рика! Йоу, мэнчик! Как же непривычно, оказывается, Рик раньше снимал GTA 5 на 1000 просмотров, на 500 просмотров, ничего себе. Вот так вот росла легенда. О, первое видео по стендофу. Давайте смотреть. Мы с вами пооткрываем кейсы в стендоф 2. Но для начала я бы хотел объявить результат. И Рик туда же, Рик тоже раньше делал конкурсы. Обалдеть. И вы ничего не выиграли, ребят, не расстраивайтесь, сегодня будет снова конкурс. Но для того, чтобы я разыграл все, что выпало в этом открытии кейсов, вам надо набрать 150 лайков. Я не сомневаюсь, что вы... Чего? 25 кесарей? 150 лайков, я чел, говори. Да, ну ты жесткий. Вы сможете это сделать, поэтому досматривайте видео обязательно до конца, чтобы увидеть, какие скины вы сможете получить, а там есть на... Стоп, у Рика используется та же самая фоновая музыка, что раньше, что сейчас. Так, монтажер, отключи музыку, пожалуйста, мою. Просто давайте послушаем. Что посмотреть, поверьте мне. Ах да, не забывайте добавлять меня в друзья в Stand of 2. ID будет закреплен в комментариях. Итак, погнали! Да, Рик! Ха-ха, братанчик! Так, ребятки, это... Стоп, это его инвентарь? Ля, вот это Рик бедный! Мой инвентарь, и все это я отдаю подписчикам. Уже после этого видео, как вы увидите, я сразу бывает всем такое раздам. Вот этого бывает, оружия не было, потому что раз такое я его выбил вот из простого кейса. Прикольненький дигл. Все это я дам. Абсолютно весь инвентарь я раздам всем, потому что... Вы мои подписчики. Все для своих подписчиков, ребят. Так, нет, скорее всего, вот серый я ставлю. Я хочу вот это все. Почему вы мне боксов? И... Ля, вы посмотрите, как раньше выглядел магазин Origin Furious Arrival. Оставшиеся деньги я куплю вот этих кейсов. Так, ладушки, давайте быстренько вот откроем. Стоп. Вот эти боксы. Мне кажется, Лен, боксы открывает. Возвращаюсь к тебе с будущего и говорю, открывать боксы — это полный кринж. Ну, бокс открывать, он стоит сколько там, 10 голды? Ты серьезно?
Ля, вот это Рик смешной, просто прикиньте, он открывает бокс. У него называется видео, а я сломал кейсички, открытие кейсиков. Про боксы ни слова не сказал. Чисто чел боксы крутит. Вот Рик, негодник-то какой, заскамил аудиторию. Ну, ё-моё, вообще. Ну, как, давай, 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 давай. Блин, там почти вы видели. Почти аркан, НТ, НТ, там НТ, реально брат. Чуть-чуть было до красного пистолета, я не знаю, как он называется. Но 6 голды стоит, ну, такое, знаете. Когда вы тратите на кейс 100 голды, а ты получаешь только... Оружие за 6, но это не очень весело. Как-то я заметил, у Рика как-то даже голос поменялся. О, ребята, АВМ. Гер. АВМ. Легендарный. Слушайте, она, по-моему, должна быть дорогая. Давайте посмотрим еще это видео Рика. Ну, а это видео Рика спустя год, как он начал снимать снедов. Вы посмотрите, уже и арканы появились в Молдове, легендарки, куча кейсиков. Нормально, это нормальное оружие, ты чё? У меня MP7 Off-Road Epic выпил. Чуть-чуть круче, чем у тебя. Off-Road! Короче, это Рик снимает битву кейсика против своего друга. Окей, ноль, поехали, все. Давай, братик. Изи, элементарно. Ну, все очень просто. Нож! Он пролетел рядом! Сантиметре от ножа. Я думал, он реально на ножа. Слушай, ну тут уже реально нормальный контент. То есть тут уже нет такого кринжа, как мои первые видео или видео ТикТака. Тут уже реально нормальный контент, даже если он снимал бы сейчас бы. Вот с такой же реакцией у него тоже было бы 100% великое будущее. Поэтому, братик. Мой ты маленький, мой ты сладенький. Ну а мы переходим к следующему ютуберу. Ну а сейчас готовьтесь, я вам покажу первое видео Влада Геймера. Кто это такой? А это нынешний Мамонт. То есть вы знаете, есть ютубер Мамонт. Так вот, раньше у него был псевдоним Влад Геймер. И он был самым первым ютубером по стендов. Не я, не ТикТак, а именно он. То есть он гораздо раньше, чем я залетел. Ну что, ребятки, погнали посмотрим первое видео. И буду открывать кейсы. Открою 10 обычных кейсов. И я купил только что 100. Слушайте. Так вроде у него ничего не поменялось. Дядь, не, ну реально без обид. Офигеть. О, какие раньше были цены на LD-шку? Давайте посмотрим. Стопы, 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 стопы. О, чекайте цены. Так. Слушай, так цены не поменялись. Прикол в том, что цены, какие были, такие остались. А знаете, в чем самый большой кринж всего этого видео? То, что он открывает 10 боксов. Боксов, не кейсов, отвечай, боксов. Блин, как же это смешно. Братик. Не, ну ладно, я скажу честно, я тоже раньше открывал бокс. Я старался открывать 5 боксов, 5 кейсов. Но тут Влад Геймер приплюнул всех. 10 боксов, один кейс. Так, у нас есть кейс, давайте откроем вот этот бокс и вот эти все. Так, давай, хотя бы что-то нормальное, потому что... Не, дядь, я хочу на открытие кейса, ребят. Приматы, приматы, приматы. Давайте посмотрим, чем выпадет там. О, оригинал кейс открывает, погнали посмотрим. Выпадет, давайте, фух. Давай, что-то нормальное, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, легендарный АКР. О, полди. Очень круто, офигенно, потому он что он сейчас стоит 500 голдишки. Оружие, и оно выпало, это очень круто. А вы посмотрите, как шевелится задний фон. Вот посмотрите, надпись Origin. Я даже не замечал, смотрите, как раньше была анимация, смотрите. Даже круче ножа, вот мне именно АКР. Видите? Это офигенно просто. Чё это так дёргает? Ладно, ребята, мы идем дальше. Ну а прямо сейчас я зашел на канал Ерокса и решил посмотреть его самое первое видео. Ля, это Ерокс? Так непривычно вы видите с его волосами. Ерокс, оказывается, рыжий. Ах ты рыжий, конопатый. Ероксик, дядь, ты что ты не говорил, а? Привет, сегодня я первый раз задонатил в игру 3000 голды. Откроем кейс, посмотрим, что нам вообще упадет. Перед началом этого ролика я хотел бы провести хороший такой конкурс. Именно для... Опять конкурс, куда без него? Ну я и до сих пор, кстати, провожу. Для своих первых подписчиков. Ну хорош, это брат, прокачка щедрый. Ваших аккаунтов стендов 2. Для участия просто поделись роликом в любой... Так, понял, понял, перематываем, погнали, посмотрим, что там и как, ближе к делу. Это инвентарь Ерокса. Боевой пропуск, здесь фейбл кейс, ривал кейс. Жалко, нельзя изобрести машину времени, я бы сказал бы, Ерокс, взять, покупай фуриус кейс, они будут стоить сколько, ты обалдеешь. Непонятно, давайте посмотрим, вообще, тут у нас керамбит, есть... Открытие будет или нет? Неплохо. Ой, какой он, ребятки, красивый. Виден стоит очень... Ты серьезно? Да он стрёмный же. Это на что за скин? Юм, Герберу. Давайте посмотрим. Гербер! Серберс, брат! 4-5 голды. Кейс стоит 100 голды. Я просто беру и не окупаюсь. Ну а прямо сейчас мы посмотрим, как он выбил нож, и какая у него была реакция. Погнали. Так, давайте, ладно, еще откроем кейсы. Джек команда. Давай, брат! Да! Да! Обалдеть! Мы выбили нож! Да! Выбили нож! Хорош, хорош, хорош!
Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если вы видите продолжение этой рубрики прямо в эту секунду, прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока-пока!